Сабаш Эрфанас, қайырлы олсын. Киевте саат 7 бұчық. Бүгін Қырымышғалының 692 күні эфирді. Заман студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Домус гриппы Қырымға да келді. Бұл мәліматны Қырымнан баш санитария кімі Наталья Пеньковская таздықлады. Бірінші вақияны енді ресми шекілде қайд еткенлер. Пеньковская білдіргене көре, елінің башындан гриппнен 7 инсан қасталанған, ләкен оларынан талел нәтижелері да белі де кел. Олар да H1N1 домус қасталығынды белгілей білелер. Бұда юксек көстергеч дегелдер Украинада домус грипп қасталығындан ең азындан 25 инсан әләк олды. Украина ресми шекілде Қырым еле алыш верішіні ясақ етті. Январының 16-сындан башлап, ярмадаға тек ичтимаи жеттен кереклі олған малларыны кечірмек мүмкіндір. Башқа ечбір мақсулат кечірілмейдек. Бұ ясақ инсанларының шақси мүлкі ве девлет үчін стратегик олған малларға ве электрика берілуіне тарқалмай. Бұ ясақ не үчін тек шымды, яне мал алыш веріші ватандашлық блокадасы тарафындан тоқтатылғанындан сон пейда олғанны бізім мұхберлеріміз огренді. Наконец-то это произошло. Это не потому, что я хочу, чтобы Крым остался без продуктов украинских. Просто Украина наконец-то определилась со своим отношением к Крыму. Она начала проводить хоть какую-то государственную политику. Она перестала делать вид, что Крыма нет. Перестала игнорировать тот факт, что вот с оккупированной территории ведется какой-то товарооборот. Это говорит о том, что на сегодняшний день, не учитывая видение и позицию гражданского общества Украины, политическое руководство страны не имеет стратегического видения, как оно собирается действовать в отношении восстановления территориальной целостности Украины. Отсутствие стратегического видения и порождает, по сути, реакции на факт свершившихся каких-то событий. Тамаша фиштракшилері Қырым сыңырында олған блокпостларына теркетелер шымды акцияның форматы деңіші. Тапсилятылы жа Эльвина Сидбулаева білі. Дорт айдевамында активистлер мұнда машиналарыны тоқтап тешкере етелер. Шымды есе блокпостлардан кетелер. Бұнен енді сыңырджылар ұқышы жақ. В том формате, как мы стояли, как мы блокировали, больше уже такого формата смысла нет. У нас есть протокол, который мы вместе подписали, все вместе, совместный протокол, по которому мы готовим сейчас активистов наших, они пройдут обучение определенное и выйдут, уже станут в статусе гражданского объединения внутри прикордонной службы. Эвелден мында чангарда тешкеревсіз йолны кешмеге олмас еді. Бүгін исе йоллар ачық. Арабаларны бірінкімсе тоқтатмай. Украина нәзірлер шурасының ишғаль олған ярамаданен алыш верішіні ясақ әтелеву бойынша қарар ішке түшті. Енді үш блокпоста бірінқашынсан не бечілік епачақ. Нам приказ пришел снять людей, оставить два человека, которые будут фиксировать номера автотранспорта. Все, больше нам сказали ничего не предпринимать. Айдапчылар үшін енді ешіл чырақ, ама оларының фікірлері денішті. Конечно, хорошо, ты че? Для меня, они не мешали, если честно вам скажу. Я с ними всегда дружил и в хороших отношениях был. Лично я недоволен. Потому что должны проверять. Одни проверили, другие проверили. Меньше провезут. Гадости всякие. А так бы лучше бы что, остались что ли? Ну, гранаты находили. Находили. Активистлерінің эксереті чанғарда қалмаға істей. Блокаданың форматы денішкен сон, олар сынырджыларыны ве ғымырықны незір ететі жүйіклер. Эльвина Сидулаева, Ильдар Эсматов, Заман, АТР. Қырым журналистыны оңайтсы суал бергені үшін іштен бошаттылар. Крымская газета мұхбері Ольга Крамнаяға өз істегінен ариза язмаға мәжбүр еткенлер. Чүнки о Қырым телеканалларының бірінде өткерілген программада Путинге Тайган ве Сказ Кайванат бақчаларының елбасшысы Олег Зубков еле бағлы олған суал берді. Ресми олырақ іштен бошатылуының себебі вазифесіні бежере білмегені үшін. Ама журналист Крымская газетасында чалышқан вақыттан берлі оңа бірде-бір шикаят олмаған еді. Атты бірқаш кере мақалелер үшін мұкафат алған. Путин объявил 2017 год годом экологии, когда вся страна должна пересмотреть свое отношение к окружающей среде и озаботиться хотя бы частично сохранением биоразнообразия, чем и занимается Олег Алексеевич. А у меня два замечания по теме. Первое, я позволю себе не согласиться с телезрительницей, которая заявила, что Олег Алексеевич должен заботиться сам об обеспечении электроэнергии в свои парки. У Олега Алексеевича есть договора с Крымэнергопром,
по которой он получает электроэнергию и платит немалые деньги за нее как предприниматель. Крымэнерго, в свою очередь, такое предоставлена была им задача, они распределяли генераторы и обслуживали их. Можно понять, когда генераторы не поставляются цементные заводы, например, да, и совершенно другое дело, когда речь идет об объектах, где тысячи жизней. Жизни ценнейших, это и краснокнижные животные, в принципе, жизнь бесценна, да, но здесь речь идет о краснокнижных животных и о животных, которые всем миром сохраняются. Ато зонасында вазиет кергин қалмақта. Кешкен күн девамында рус жинкеверлері 28 кере Украин позициялары тарафына ұжым еткенлер. Жинкеверлер ем еңгел селя минавет ме гранатамет қуланғанлар. Украин аскерлері джева берменге мечбур олғанлар. На Мариупольському напрямку в районі Старогнатівки ворог обстрілював наші опорні пункти з БМП, зенітної установки та гранатомету. З мінометів бойовики обстріляли українських бійців біля Лебединського. По наших військових, які тримають позиції неподалік Водяного, кремлівські найманці вели вогонь зі 120-мм мінометів. На Донецькому напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бандити вели вогонь по опорних пунктах в районі Опитного, Пісків та шахти Бутівка. Неподалік Красногорівки позиції сил АТО були обстріляні з протитанкової гармати та піддались мінометному обстрілу. Біля Луганського по нашому опорному пункту працювала БМП. На окремих ділянках фронту для припинення вогню членів злочинних угрупувань наші бійці були змушені відкрити санкціонований прицільний вогонь у відповідь. Донбасста Украина телекөзілік қызметі ДНР-нің аплод бірлешме азасына яқалады. Держин Сакина Русияде женкілешме кечен азырлық көрген, сонра ату күчлерінен көрешме кечен Украинаға қайтқан. Айтқана көре эксерияті селянен блокпостларда тұрған. Пошел воплощение с целью заработать денег. В Снежном я неоднократно видел российские танки, пушки, БМП. Однажды я видел комплекс БУК, который старец заехал в сторону Российской Федерации. Также я видел постоянно прибывающих российских солдат, транзитом их везли на боевые позиции. Пока я был в Снежном, местное командование начало беспредельничать. Воровали деньги у нас и у простых людей. Я раскаиваюсь в том, что я работал в ДНР. Прошу меня простить. Готов помогать, чем смогу в борьбе против российских наемников. Русиядеги казаклар Путин үчүн жөнкөшмөгө истемейлер. Бу акта Дон казакларынын топлашуунда казак атаманы Анатолий Беев билдирди. Топлашууда Беев Путин тарафдарын олган казак менен давалашмага башлады. Атаман эмин жеңтин казаклар бир шей казанмайжак. Что с этого будут иметь казаки за то, что они пойдут защищать путинскую власть? Вот конкретный вопрос. Да. Что будут иметь казаки, казачий народ от того, что он сейчас пойдет защищать путинскую власть? Кто вам сказал, что мы собираемся защищать эту путинскую власть? А кого вы собираетесь защищать? Кого? Я вам сейчас поясню. Турки 300 лет назад казаков приютили. Некрасов, да. Заветы которого мы чтим и которые у нас за основу в ЦОДК. Так? Почему? Турки нам сейчас не враги. То, что они Путина хотят снести, да и хрен с ним. Что он нам дал, Путин? Хорошо. Почему вы сейчас готовите пушечное мясо для Путина? Договаривайтесь с Министерством обороны, со всей этой шайкой. Понятно. А я Путину служил 25 лет. Путину служил государству. Нет, все, Путин нам отправил. Что будут иметь казаки? Свободу ли, землю, свою ли государство? Что? Или гробы, кресты? Украина қар естірлігінде трассалар қапала юзлернен арабалар қар блок етті. Құртары жылар 300-ден зияде арабаны естірліктен шығарды. Вазиет Николаев, Одесса, Кировоград ве Днепропетрос велетлерінде керген қалмақта. О велетлерде еллар ем енгел емде юк арабалары ечін қапалы. Үне бербер базы велетлер шықсыз қалды. Бүгін ве ярын Қырымда боран ве бұзлауық олмасына тақмин етелер. Гидрометеомеркез қадемелері берген малыматқа көре
Қарға кечкен күшлі яғмыр олажақтыр. Термометрлер бүгін күндіз 0-дан ашағы 10 дережеге қадар түшежектір. Йолларда есе бұзлавы қолажақтыр. Бұне бәрі-бер елде күшлеше санеде тақминен 20-22 метрге есежектір. Құртарыжылар йолларда мұқайт олмаға чағыралар. Бұл сабаға сонки хабарымыз еді. Сіздерге ей күндер тілейміз. Невбетеки заман яйынларымызны қачырманыз. Киев ақтынен 11:30-та бұл студияда украин тілінде хабарлернен Ескендер Меметовны қаршыланыз. Көрішкенжек.